Как развить город на семи ветрах и его атомного брата, чтобы жилось в них комфортно? Об агломерации Ульяновска и Димитровграда уже несколько месяцев говорят в региональном правительстве. А эксперты из северной столицы изучают свежим взглядом проблемы, которые надо решить в ближайшие годы. Например, выяснилось то, что транспортное сообщение между городами не развито. План почти готов, но его воплощение – дело не быстрое. То есть транспортная проблема, ее необходимо решать за счет реконструкции дороги, за счет железнодорожного сообщения. То есть мы сделали оценку и предлагаем сценарий развития. Впоследствии логично будет уже сделать более конкретно проработать проектное решение. Ну и в целом те мастер-планы, которые разрабатываются сейчас, они имеют шаг примерно до 2035 года, то есть там 10-12, иногда 15 лет. Но если политики позаботятся о финансировании, сроки могут сократиться до 5-7 лет. Вскоре начнется строительство железной дороги между Казанью и Самарой. Новая ветка будет проходить и через Ульяновск. Главное местным властям не упустить момент и организовать остановки на левом берегу и в Димитровграде. Жизнь должна быть не только удобной, но и интересной, особенно для молодого поколения. В Ульяновске и Димитровграде планируют построить студенческие кампусы. Алексею Русских приглянулась идея с научным институтом атомных реакторов. Там будут общежития, там будут какие-то арендные дома, там будут площадки и спортивные сооружения, какие-то сооружения для досуга, ну, в общем, как студенческий городок, такой межвузовский. Городок, в который захочется вернуться, будут возводить при поддержке госкорпорации «Росатом». А для тех, кто любит жить на свежем воздухе и работать из дома, планируют облагородить Чердаклинский район. Например, создать новые кварталы со всем необходимым в шаговой доступности. Губернатор уверен, людям определенных профессий будет интересно это предложение. Еще какой-то такой специализированный городок, 1000 на 2 на 3 домов, куда могли бы стянуться какие-то перспективные, там, те же айтишники или еще какие-нибудь. На удаленке работать. Не стоит забывать, что в Ульяновскую область прибыли граждане Донецкой и Луганской народных республик. Примерно 10% гостей планируют обосноваться на земле Симбирской. Губернатор поручил аппарату правительства готовить проекты с учетом прироста населения. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.